Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Бурят-Монгол РХТН. Сегодня мы снова встречаемся с другом нашего движения, с соратником. Это руководитель Башкирского национального комитета национального башкирского движения за рубежом Руслан Габасов. Здравствуйте. Мы уже встречались с Русланом весной этого года, и мы разговаривали о его пути в национальное движение, о шиханах, о защите шиханов, о том, как возникло движение «Башкорт». Но сегодня у нас другой повод для встречи. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте еще раз, Раджана. Здравствуйте, все зрители. Не по такому поводу мы хотели бы с вами встречаться и разговаривать, Руслан, но случилось то, что случилось. Это ужасное событие. Был арестован брат Руслана в Башкортостане. Руслан, прежде всего, я хотела бы выразить поддержку всего нашего движения, всего бурятского народа, потому что мы действительно чувствуем, вот когда происходит такая несправедливость. Я думаю, что это историческая травма даже, потому что этот старый злой институт аманатства, он никогда не прекращал свое существование в России, и мы, наши народы, очень хорошо знают, что это такое, когда детей, членов семей, лучших людей, вот в сказках так и говорится, но сказки — это списки, да, книги, которые писались там в острогах, о том, что в аманаты забирали детей, членов семей князцов, лучших людей, бурят, башкортов и других народов. Вот один из последних эпизодов — это арест, похищение Заремы Мусаевой, который был в прошлом году. И вот дошли эти щупальца до вашей семьи. Мы выражаем свою поддержку, и мы будем делать все, чтобы добиваться освобождения вашего брата. Расскажите, пожалуйста, как это произошло? Но надо сразу сказать, что брат мой, это сводный мой брат, мать одна, отцы разные у нас, мы с детства вместе выросли, он никогда не участвовал ни в какой политической деятельности, ни в какой общественной деятельности, ни страны, ни Республики Башкортостан. И он вообще далек от этой жизни. То есть у меня свой путь, у него свой путь, он нашел себе девушку, женились, сейчас у них трое малолетних детей, которому старшему 10 лет, среднему 4 года, младшей дочке год. И они жили в деревне, спокойной сельской жизнью, он работал там на предприятии, вот вся его жизнь. И мы с ним, естественно, после того, как я эмигрировал, мы с ним общались, как с братом, так же, как и я с родителями, и в переписке как-то... Надо сразу сказать, что все, наверное, помнят, когда вот тема роты Башкорт, скажем так, появилась в интернет-пространстве, да, то есть все начали обсуждать появление роты Башкорт на стороне ВСУ, Вооруженных сил Украины. И, конечно же, эта тема была обсуждением не только России, не только Украины, но и в Республике Башкортостан, ее очень живо обсуждали. И в переписке со своим братом мы это тоже обсуждали. Хотя я сразу сказал, как бы сделал заявление, что я к этой роте Башкорт никакого отношения не имею, ни к ее созданию, не знаю, кто за ней стоит, кто там вообще участвует, ничего не знаю об этом. Я сделал сразу же заявление, как только эта рота Башкорт появилась в интернете. О ней вообще появились какие-то там сведения. Так вот, ну, обсуждения все равно, конечно же, шли. Многие связывали со мной эту роту. И мы обсуждали ее также со своим братишкой. Там буквально в переписке там несколько фраз о ней упомянули. И я сказал, что я говорю, давай, говорю, об этом не будем сейчас говорить. Я говорю, удали всю переписку, она не такая безопасная. И все на этом. А потом
Через какое-то время на меня завели уголовное дело. На меня завели уголовное дело в марте. Объявили федеральный и международный розыск за мою деятельность здесь, в Литве. Кто не знает, я борюсь за независимость Республики Башкортостан. И, соответственно, завели уголовное дело, и по этому уголовному делу начали всех людей, которые так или иначе были со мной связаны в Республике Башкортостан, начали вытаскивать как свидетелей с обысками, с задержаниями. Так были задержаны, у которых провели обыск, это мои бывшие соратники по организации «Башкорт», это Фаиль Алсынов, Ильнар Галин. Также и к моим родственникам пришли. Как раз мой брат находился в дому у родителей, у матери, и туда приехали ФСБшники, их обоих забрали. Их обоих забрали, увезли там в близлежащий город. Мать оставили в этом городе, а брата увезли в Уфу, в столицу ФСБ. Увезли. Там у него телефон вскрыли, нашли эту переписку про эти башкирские формирования. Все. То есть, как бы спросили, что это там. Он говорит, ну, говорит, просто обсуждали, как бы я, говорит, как бы, ну, ничего, говорит, не имел в виду. Все, отдали ему телефон. А нет, телефон сперва забрали, через какое-то время, там, через несколько месяцев только отдали. Его отпустили в ту же, ну, ночью уже отпустили, скажем, весь день просидел, но его отпустили. Это было в мае месяце. И вот с мая месяца ничего не было, и в четверг, вот этот четверг, рано утром пришли с обыском чекисты, ФСБшники, сказали, что на него заведено уголовное дело по особо тяжкой статье, статья 205, точка 1, часть 1, пункт 1. Там пособничество терроризму, там приготовление к терроризму, еще что-то, короче. Там очень много пунктов разных. Вот, его забрали, сказали, собирай сразу вещи, потому что ты будешь сидеть за брата. Увезли. Через какое-то время пришло от него СМС, уже там ближе к вечеру, что меня переводят в СИЗО, в СИЗО номер 1 Уфы. Сказали, что если Руслан приедет, меня отпустят. Если не приедет, я буду сидеть. Меня посадят. Вот это как бы дословно. Все, на следующий день, то есть тут же прошел суд, и суд постановил закрыть его на 2 месяца, там сейчас до конца января, он в СИЗО сейчас уже сидит. Вот такие события. А вот эти действия российской власти показывают их страх на самом деле. Потому что вот так вот забирать брата, который должен отвечать за брата, за действия брата, вот, сажать ни за что, ни про что в тюрьму, это все показывает, насколько они просто боятся и насколько они боятся лично вас. Поэтому вот то, что они сделали, это, можно сказать, признание заслуг Башкирского национального движения, комитета за рубежом и вот ваших действий, которые направлены на разрушение этого недогосударства. Потому что на самом деле это государство действует как гопник. Это государство-гопник, которое абсолютно захмелело от собственной безнаказанности. И я думаю, что это дело всех людей, которые хотят, чтобы наша Родина наконец освободилась от этого ига. То есть независимо от того, где мы находимся, да, мы все равно родом вот из Бурятии, из Башкортостана, из Саха, из Чечни, и мы хотим, чтобы наша Родина была свободна, наша Родина, откуда мы родом. И я думаю, что нам всем необходимо сейчас соединить свои усилия и вот выразить солидарность. Как вы думаете, Руслан, что мы можем сделать? Что в силах сделать каждый из нас, чтобы помочь вашему брату выйти из этих застенков, что мы должны сделать? Ну, я здесь вижу только, ну, тут два выхода, да, то есть либо мне вернуться, да, и под гарантии какие-то, что его освободят брата вместо меня. Хотя я как бы разговаривал с людьми, знающими людьми эту систему,
с юристами. Они сказали, что мизерный практически процент, что его вернут, что его освободят. И, скорее всего, ваша жертва будет напрасной. И даже если вернут его, освободят, то это развяжет руки всей вот этой вот системе чекистской, да, кровожадной. Точно так же действовать по отношению ко всем остальным оппозиционерам, которые находятся за рубежом. То есть они будут увидеть, что это эффективный действующий способ, как можно ликвидировать практически все национальные движения, всех оппозиционеров. Здесь я вижу выход такой, что нужно как можно больше рассказать об этом чудовищном случае, о чудовищном происшествии, поднять всю общественность, достучаться до мировых общественных организаций, политических центров, международно-правозащитных центров, до лидеров стран, рассказать о том, что на сегодняшний момент получается ни один оппозиционер из России не защищен. И Россия перешла вот таким методом, действительно, вновь вспомнила об институте аманатства, и когда она вот задерживает родственников за деятельность, за нашу деятельность, да. Общественность, нужно, огласка нужна, то они, эта система, эти чекисты, они боятся только огласки. Они боятся, что услышат их имена. Они боятся, что все их ходы будут вскрыты и выложены на общественность, да? Я считаю, что также я считаю, вот я хочу заметить, что тот старший следователь, который ведет сейчас дело по Рустам, он же ведет дело и по мне. То есть, соответственно, человек один ведет сразу два дела, да? Так называемый Марк Илюшин. Это молодой человек, это человек, который вырос в этой системе. До мозга костей пропитанной всей этой идеологией путинской, рашистской, имперской. И они уверены, да, что они делают, поступают, видать, правильно, либо они считают, что они не понесут наказания никакого. А почему они так считают? Потому что был прецедент, когда в 90-х годах пал СССР, и все те чекисты, которые расстреливали в 30-х годах, 37-х годах, репрессировали народы целые, да, депортировали, голодомор устраивали. Многие из них дожили до старости и спокойно умерли в своих постелях. Потому что никаких вскрытий всех этих лиц, опубликования этих лиц на широкую огласку, да, на суд общественности, этого ничего не было. Люстрации не было. И это надо признать, никто не понес наказание. Все те преступления, которые они совершали, они еще живы были в 90-х годах, многие из них были живы. Они все, никто не понес из них наказание, они все сейчас, многие из них умерли спокойно в постелях, получив награды потом от Путина, да, хорошие пенсии получали до конца жизни. И это сегодняшнее поколение думает точно так же, что они точно так же смогут прожить всю свою жизнь в этой империи, сохранив ее с помощью репрессий, с помощью преследований. Но я уверяю, что никто не будет повторять ошибок. Мы не будем повторять ошибок 90-х годов. Мы обязательно будем люстрировать всех, кто был причастен к этим преступлениям, и все понесут наказание. Ни один не уйдет. Но, Руслан, мы с вами оба историки, и мы знаем, что им надеяться особо не на что сейчас. Потому что та страна, которая была в 30-е годы, да, которая была, в принципе, потом в 50-е годы, да, это был взлет развития Советского Союза, да, то есть там были все ресурсы на пике, и человеческие в том числе. То есть это была огромная империя, которая включала в себя все вот эти бывшие республики. Это была экономика, которая запустила человека в космос. Тут Что надо. сейчас они имеют, да? То есть, во-первых, совершенно демография в яме, которую они еще добивают этой войной. Затем экономика, это как сказать, в принципе, вот то, что сейчас происходит, да, просто проедание советских запасов, вот, и ничего нового не производится. То есть на что надеяться?
этот режим, на что надеются эти прихвостни, наверное, вот просто они надеются на то, что они смогут вот так же прожить, но они не знают истории. Абсолютно верно. И тут очень надо заметить, что тогда советская власть, какие бы репрессии она ни проводила, у ней была сильнейшая идеология. Они смогли вбросить в массы вот эту идеологию Карла Маркса, Ленина о социализме, о рабочем классе, что богатые, что все мы равны, что равноправие, там, солидарность и так далее, что все равны, да? То есть, и эта идеология, она реально, надо сказать, что она реально захватила умы огромного количества населения, потому что население было в основном бедное. Бедное, и оно именно, а богатый правящий класс они уничтожили. И это население, может быть, как бы не открыто поддерживало, но в том же время, в то же самое время не сопротивлялось этому и поощряло это, да, то есть грабь награбленная, как говорится, там, да, экспроприация, там, и все, что мы все равны, рабочий класс, главенствующий в стране и так далее, да, знаменитая крестьянка и колхозница, да, сейчас никакой идеологии нету, абсолютно никакой идеологии нету, та идеология, через 70 лет население поняло, что это тупик, разочаровалось в нем, понадеялись на демократию, ту демократию, которую они видели в картинках в западном мире, но пришло совершенно чудовищное какое-то непонятное формирование из клептократии, демократии частично, олигархии, да, и плюс мафиозного клана. Все это совместилось в какое-то ядовитое такое существо, которое начало управлять страной, пожирая, разворовывая все. Демократия очень быстро сменилась тоталитарным режимом, остатки какой-то демократии там начала 90-х годов. Все. И все это понимают прекрасно, что никакой идеологии нету, для чего мы живем непонятно, для чего воюют люди непонятно. Да, какая-то часть населения одурманена, но этот дурман очень быстро спадет с ухудшением жизни, с неминуемым ухудшением жизни, которое обязательно будет, с количеством жертв и так далее, и так далее, и так далее. Россия – это не Северная Корея. Как бы ни хотели из нее сделать Северную Корею, в любом случае ментальная память жива. Можно будет, конечно, но это будет огромное количество жертв. И сейчас сегодняшние власти российские все делают для того, конечно же, чтобы Россию превратить в Северную Корею. Вот. И в первую очередь они что они делают? Это они убивают национальную идентичность вообще всех народов. Вспомните последние вот эти события, которые сейчас все, скажем так, обсуждают. Это Бортников предложил переписать Конституцию и ввести туда идеологию, потому что они прекрасно понимают, что без идеологии, как бы, да, очень тяжело захватить умы жителей страны. Недавно депутат Государственной Думы, кумык по национальности Хамзаев, предложил, что все мы русский народ. И должны быть, это должно принять, должен быть принят федеральный закон, по которому все мы должны быть русским народом, вне зависимости от национальности. Да, там национальная идентичность должна сохраниться, языки должны сохраниться, но все мы себя должны называть русским народом. И буквально вчера второй депутат Госдумы Федоров, знаменитый вот этот вот своими высказываниями, антинациональными, антиказахскими, антиукраинскими высказываниями, сказал о том, что Ельцин поступил очень глупо, когда придумал такой термин, как россияне. Мы никакие не россияне, мы все русские, вне зависимости от национальности. И не даром Иван Грозный захватывал Казань, не для того захватывал он Казанское ханство, чтобы мы все были сейчас россиянами. То есть сейчас видно, понятно, что вся вот эта вот система движется к тому, что будут убираться все национальное, национальная идентичность будет стираться. Я уверен практически 100%, что если эта система еще продолжится 5 лет там, или чуть больше, национальные республики все ликвидируют, 100% их ликвидируют. Национальные языки все будут запрещены до конца. Любые поползновения будут пресекаться жестко.
И мы получим таким способом, мы получим через там 30, через 50 лет раскосых Иванов, не помнящих. Кстати, Федоров, он же сказал, что Ельцин не хотел обидеть татар, и Да. поэтому предложили этот термин «россияне». В И лице потом он татар он сказал имел про в виду захват всех. Казани. Да, что не для того, якобы, дескать, Иван Грозный брал Казань. Но это Вот. сказано было о татарах, но это сказано было всем, Да, всем абсолютно, естественно, и конечно. чеченцам, и бурятам, и башкирам, там, и калмыкам, и так далее. Так что вот вся политика, вот эта рашистская идеология русского мира, она как раз и усиленно продвигается. И мне вдвойне стыдно, когда наши же, вот я говорю сейчас за башкир, когда свои же башкиры сейчас воюют в Украине за этот русский имперский мир, и еще рьяно, приезжая домой, защищают его, убеждают нас, что мы все делаем правильно, что это наша великая страна, что мы все должны быть едины и так далее, и так далее. То есть они тем самым сами же толкают все наши народы к гибели. Да, естественно, бурят таких тоже немало. Пропаганда, она делает свое дело, к сожалению. Но я думаю, что этот морок, вот нас ведь обрабатывали, начиная с раннего детства, да, то есть мы в советской школе были октябрятами, пионерами, мы во все это верили очень. Тем не менее, когда, вот я помню, да, когда наступила перестройка, и раскрылась правда, то есть стали печатать воспоминания какие-то, то есть о том, как о сталинском терроре, когда стали печатать те произведения, которые были запрещены, когда стали выходить воспоминания этих бывших зэков, народ ведь сбросил этот морок. И я думаю, что вот то, что сейчас происходит, вот эта вот идеология, она на очень жидком бульоне настоена. И поэтому, когда время придет, когда правда раскроется, люди, которые сейчас топят за русский мир, они это стряхнут очень легко. Потому что по сравнению с тем замесом идеологическим, через который мы прошли в свое время, да, это же ничто, можно сказать. Вот. А я еще хотела сказать о чем. Вот мы в Лиге свободных наций выходили на протяжении года с протестами против арестов и против задержаний национальных активистов, активистов национальных движений, против того, что они являются узниками режима, и об этом никто не знает практически за пределами наших республик, наших наций. Потому что как раз-таки из-за такого перекоса информационного, да, когда все знают на Западе и везде о том, что сидит Навальный, да, то есть все говорят, что вот даже все российские, например, СМИ, да, они пишут о деле Беркович, естественно, о Навальном, о других, о Цветковой. Ну, то есть, да, действительно, это ужасно, что эти люди сидят. Но почему же никто не говорит о том, что сидит, например, Алтан Кочиров, да? Никто ведь не знает, кроме того, что, вот, например, какие-то национальные СМИ об этом говорят за рубежом. Вот. И поэтому я думаю, что наша задача это действительно это трубить во все трубы, доносить до всех СМИ, до всех правозащитных организаций о том, что произошло, в том числе сейчас, с вашим братом. И нашу повестку нам нужно более решительно продвигать. Я согласен абсолютно с вами, Раджана. Я считаю, что только вместе мы сможем доносить до широкой публики, до европейских политиков, европейской общественности, вообще, ну, вообще западной общественности, о том, что у национальных движений тоже есть свои политические заключенные. Конечно же, я согласен. Вот с нашей республики Башкортостан все знают про Лилию Чанышеву, потому что о ней трубят массово либеральные каналы,
которые имеют там миллионные там аудиторию. Но никто не знает, что есть Айрат Дильмухаметов, который раньше сел Лилии Чанышевой, и он уже вам давно признан уже политическим заключенным, мемориалом. Уже несколько раз сидел, он сейчас это у него третий срок. И сидит он постоянно по политическим статьям. И об этом никто не знает, и молчат, и все. И также то же самое масса в каждой национальной республике есть такие ингушские лидеры, которые защищали высшую защиту своих земель, вот эти вот старейшины. Там вообще 8 человек сидит. И кто о них что говорит? Никто ничего не говорит. И когда об этом молчат сами же, сама же московская оппозиция, это очень печально и очень стыдно. Поэтому мы, чтобы не смиряться с этим, да, не пускать на самотек, должны сами объединиться, сами говорить со всех своих каналов, кричать с каждого утюга о том, что вот у нас происходит, и что мы тоже народы, и у нас тоже есть политические заключенные, у нас тоже есть проблемы. Поэтому только объединившись, да, мы сможем донести о наших бедах миру. Вот сейчас вот вспоминаются строки песен, которые мы учили в школе, да, песни протеста. «Венсеремос», «Если мы едины, мы непобедимы». Я думаю, что сейчас они наполняются новым смыслом для всех деятелей национальных движений, которые борются за независимость наших стран, наших народов. Венсеремос, мы победим, и если он фэбла унидо, Хамас сера вансидо. Правильно? Давайте, в общем-то, вспомним об этом, да, и я думаю, что мы должны и дальше. То есть такие вещи не должны нас останавливать. Мы, наоборот, должны быть злее из-за этого, да, из-за того, что они пытаются нас остановить. Мы, наоборот, должны с еще большей решимостью бороться за свободу наших народов. Абсолютно согласен, Раджан. Только так, по-другому никак. Спасибо большое, Руслан, что согласились поговорить со мной, потому что я понимаю, что сейчас у вас, наверное, вам очень тяжело на душе, также много дел. Много интервью, я думаю, много нужно сделать сейчас именно. И тем не менее вы согласились поговорить. Я думаю, что все будет Башкортостан, все будет Бурятия. Ваш брат обязательно выйдет на свободу, скорее всего, раньше, чем позже. И мы будем делать все, чтобы это случилось как можно раньше. Спасибо большое, Раджана. Спасибо. Спасибо большое Сил Бурятскому вам. национальному движению. Мы обязательно победим. Мы победим. Сил вам.